Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 22 мая, воскресенье. Сейчас время обеда. Я приехала домой на обед. Лёшиной машины еще нет. Ну, наверное, сейчас приедет. И у нас второй день. Идет дождик, представляете? Не сильный, конечно, но тем не менее целый день. Но бывает, что и сильный. Бывает, моросит. И, конечно, похолодало. Вчера, по-моему, 14 градусов было. Сегодня вроде как 16, обещают. Но зато ночью сегодня, ну, вечером, будет всего 2 градуса, представляете? Так что тепла у нас пока нет. Я вчера готовила вечером, щи варила и что-то еще. И кашу варила. Леша пришел домой, ужинал кашей. А вот сейчас будем щи кушать. А вечером хочу желудки индейки приготовить с макаронами. Ну, естественно, я буду вместе с вами готовить. Вы же мне поможете, правда? Но еще вечером я хотела в магазин сходить с дочкой. Ну, не в магазин, а в торговый центр. Она сегодня выходная. Ну, не знаю, посмотрим. Может, работать буду. А может, пораньше освобожусь. И сходим в торговый центр. Ну, в общем, какие планы, я пока не знаю. В любом случае, мне надо второе приготовить сегодня. Потому что у меня второго нету совсем. Второе надо приготовить. И как бы хотелось бы в торговый центр попасть. Но если не попаду, то это не важно. Важнее второе приготовить. И сейчас я вам покажу, какой у меня букетик на кухне стоит. Сейчас покажу. Лёша мне вчера нарвал букет сирени. Это я его просила. Мне нравится сирень, красиво так. Очень красивый букетик. А это все, что осталось от букета розовых роз. Я его распотрошила. Осталось вот несколько штучек. Остальные все закоричневели. Но я смотрю, и эти тоже уже сегодня можно выкинуть. Еле дышат. А это сирень. Такая красивая вообще. Сейчас покажу Лёше на цветочки. В принципе, ничего не изменилось. Вот эта ветка, представляете, она начала расти, а Лёша не заметил. И она, в общем, на вот эту стойку намоталась. Я ее еле вытащила, даже вот листик порвала. Не знаю, как Лёша не заметил. Она теперь, видите, кривая. Может, выпрямится, не знаю. А та вот ветка, которая пожелтела, она так вся практически осыпалась. Не знаю, что с ней будет. А тут вот новенькая веточка лезет, видите? Фуксия такая красивая. Ну, это фикус. Что-то он у нас как-то на одну сторону растет. Бегония цветет. Она не очень красиво цветет, у нее просто листики сами красивые, а цветы нет. Такой маленький, аж его цветочки перевешивают, видите, сколько на нем цветочков перевешивают отросточек. Надо еще вот и фуксия макушки посрезать, тоже сюда укоренить. Драцена так и не пускает корни.
Ничего вроде на ней нет. Не знаю, пропадет, не пропадет. Традисканция прям хорошо так встала. Были малюсенькие, малюсенькие такие. Наташа их обчекрыжила и воду поставила. Они вообще там по 2 сантиметра были. А сейчас так поднялись прям. Это тоже деточка от Монстеры. Стоит. Это вот сама Монстера стоит. Около палки. Ну, какие-то вот не блестящие у нее листья такие. Как будто ей чего-то не хватает. Или она перебаливает. Такие не блестящие, не упругие. Такие слабые какие-то листья. Не очень. Это мишка, который Лена Мусина подарила Алексею на Новый год когда-то с конфетами, когда мы еще вместе работали. Ой, сейчас покажу свои грязные окна. Лес такой зеленый вообще. А мы с Лешей в этом году ни разу в лесу не были. Вот здесь у нас могилка у Клёпы. Лёша ездил на могилку. Я вот только на Радоницу и все, больше пока не была. Пока не готова. О, Лёша пришел. Лес такой зеленый, вообще красиво. Очень красиво. Лужайку у нас скосили. Одуванчики. Вот тут около дома, главное, одну не скосили. Все одуванчики белые стали. Вот другие дорожки скошенные. Пойдемте посмотрим, что там Лёша делает. Что там Лёша делает? Пойдемте посмотрим. С работы пришел, я полюбил. Да ты что? Да. Что, кушать будешь? Да. Всем привет. Я умываться. Сегодня, кстати, ты видел, кума прислала открытку. Ага. Сегодня... Летняя Никола. Я почему-то думала, что она 19-го. Оказывается, сегодня. Сегодня летняя Никола. Так что всех... Всех Николаев, Николаевичев, Николаевных. В общем, всех поздравляю с Николой. Кстати, на летнюю Николу огурцы всегда высаживают, да? Ну да, но в этом году я не знаю. Но в этом году, да, тепла пока нет. Вряд ли кто-то будет высаживать огурцы. Бедный. Ладно, мы будем кушать, а к вам подключусь уже вечером, после работы. Время у нас 6:15. Мы договорились с дочкой сейчас встретиться в Грине, в торговом центре, сходить в магазин «Порядок», посмотреть посуду. Я хочу купить там небольшую кастрюльку и блинную сковороду. Покажу вам, какая. Не помню, говорила вам днем это или нет. И еще хочу цветной гель для ногтей купить. У меня в среду будет коррекция ногтей. И мы как бы хотим с дочкой купить гель какой-нибудь цветной. Такой, какого у Наташи нет. Ну и так, полазим по торговому центру, что-нибудь посмотрим. Устала я что-то работать. Да и к тому же сегодня воскресенье. Можно позволить себе короткий день. Я уже подъезжаю к Грину и подключусь тогда уже к вам попозже. Если будет что-то интересное, я вам, конечно, уже буду показывать. Но в порядке много чего интересного, так что обязательно покажу вам, что там есть, что там продают. А вот насчет того, что я собиралась вечером приготовить второе, я уже сильно сомневаюсь. Может быть, приготовлю завтра. Потому что сейчас мы нагуляемся в торговом центре,
Он очень большой, и я, конечно же, устану. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, и приготовлю. Ладно, подключусь к вам чуть-чуть попозже. Уже в торговом центре. В общем, мы встретились в Грине. Вы стали свидетелем того, как папа дочке вытащил игрушку. Принцесску. Панды не достанешь. Случайно вы стали свидетелем. В общем, вы понимаете, да? У меня целый кошелек мелочи, и я боюсь, что мы здесь с ночевкой. Это ужас. Я вообще мелочь брала кофе попить. Сумасшедший дом. Вообще в пустоту. Да, отец сказал. Пойдемте в порядок. Ну, порядок еще пришел. Уронил. Пустоту. Пустоту. Ближе к себе надо. Плохая примета — руку сувать рано. Ладно, пойдемте в порядок, потом попьем кофейку и вернемся. А Коля у нас сегодня подстригся. Посмотри-ка. Ага, сегодня вот реально подстригся. Гля, жених, жених. Тебя не показывать в камеру? Хорошо, не буду. Коля стесняется. Мы не будем его никому показывать. Ладно, пойдемте в порядок. Ну, мы в магазине «Порядок». Сейчас я вам покажу. А, Лена ароматы нюхает. Ой. Угу, ароматы для дома. Вот а, ну этот мне тоже нравился, кстати. Вот этот и да? Фиолетовый, да. 15. Нет, это первый. А его опять нет. Да, нету. И девятый мне, по-моему, нравился. Он что за подстава? Ну, Лена пока здесь выбирает ароматы для дома. Я... Пойдемте к сковороду покажу. Ой, вазы здесь очень много. Гляньте, вазы, да, красивые. Сейчас я покажу сковороду блинную. Ну, тут получается один смайлик, да? Солнышко. Солнышко, вот. А так вот есть маленький, видишь, оладьи. Угу. Вот я не знаю, какая лучше. Маленькая, блин, ну у нее видишь, ручка не отстегивается. Она такая тяжелая. Очень тяжелая. Плохо у нее вот ручка не отстегивается. Блин, это тоже тяжелая. Тут солнышко. Тоже очень тяжелая, кстати. Хорошая, наверное. Еще что-то есть. А, другой рисунок, да? Тут, значит, солнышко. А тут рожица. Там тоже рожица. И там тоже рожица. Может, рожицу взять? Ну-ка, солнышко открой, покажи. Да ты отстегни эту штучку. Вот-вот, расстегивается.
подводами. О, Коля к нам вернулся. Коля, что лучше? Вот смотри, солнышко на блинах или вот, вот такие глазки с ротиком? Солнышко. Солнышко. Дочь, а ты? Ну, либо рожицу, либо маленький. А тут и вот еще маленький есть. Тут разные, видишь, рожицы, да? Да. Ну да, но маленький. Музык ржет. Маленький прикольный? Может, правда, маленькую взять? Ты же и оладушки любишь готовить. Ну да. Сколько оладушек? Блин, она 2500. А это 1490. Да. Нет, за 2,5 это оладьи, а блиница... Солнце 1113, рожа 1490. Те тоже очень тяжелые, кстати. Тебя с работы встречать. Я сам встречаюсь. Блин. За 445, милое дело. Ой, иди, Лёш, за 445. Ладно, давайте кастрюльку маленькую посмотрим. Вот такая, как у нас, нет тут? А помнишь, какие у нас ручки? Нет, я что-то забыла. Вон те, вон, видишь, вон нормально так. 2390, а их 2. Наверное. 6 предметов. Да она вообще как из фольги. Она такая легкая. Вообще вот это вот. Она как из фольги. А сзади ничего тоже. Лен, ты не помнишь, какие у нас ручки в кастрюльке маленькой? Квадратные. Железные. С каким-то тоже такой обложкой. Ну, с силиконовыми, да? Ну, что-то вот типа вот такого надо. Лёш, ну-ка убери крышку. Кстати, она не легкая нифига. Тяжелая такая кастрюля. Заплесневала. Заплесневала. Да, но ручки, видишь, металлические. Их только прихваткой брать. Ну, кстати, ничегошная кастрюля, да? А вот набор с коричневыми. А их, наверное, будет... Зачем нам набор не нужен? Нам нужна одна кастрюлька трехлитровая. Лен, верни чужую шапку. Леша, а вот этот бочонок? А, он двухлитровый. Да? Да, 2 литра. Нет, 2 это мало. Мне бы 3. Это меньше даже 2, чем 2. Посмотри, там 2,9, чтобы 3 было. 2,8. Ну, как это стопыра, да? Достань ее, покажи. Она очень широкая. Блин, какая она здоровая, она много места будет занимать, нет? Это 2 литра, вот 2,9, 8. Так, короче, опять обманул меня. Подсунул мне не ту кастрюлю. Вот это вот 2,8. 2,8? Там маленькая, вообще, наверное, 0,5 литра. Это ты себе готовишь? Это при мышине на поле страшно. Чуть-чуть маленький, я тебе сказала, какой объем смотреть. 2,8, 2,9, Лена, 3. 2,9, 3 я сказала. А ты уже уменьшаешь. 3,2. 3,2, а ручки железные, да? Эх,
хочу, чтобы она вот такая была. 2,9. Вот это, кстати, нормальная. Ну-ка, убери крышку. Тут крышка весит полтонны. Она, кстати, легкая, не тяжелая, но и не легкая. Такая средняя. Но вот это ничегошная, кстати. Ты как считаешь? Какая-то средняя картонка. Она у срок полностью не ограничена. А ты какой показывал? 2,9. Забыл. Что вот это? Это 2,8. Ой, короче, ты уже сам потерялся, я поняла. Коля, ты понял, в какой кастрюле Лена будет борщи варить? Коля, не обляпайся. А вот, смотри, кастрюлька какая. Блин, крышка. Нет, 2,9. Ой, но она легкая. Она легенькая. Ну-ка, с той стороны, дай погляжу. А вот это, да. Тяжелая? Тяжелая. А это, наверное, набором продается, Лен. Но да, горшочек набор, хороший. Набор у них вон один ценник. Угу. 5 придет. Нет, нам набор не нужен. Короче. А это откуда? Чья кастрюля? Ну, это маленькая, да? Зачем мне с апельсинами? С цветочками, ягодками. А тут все цветные. Я не хочу цветные. Пошли обратно вернемся. Ну что, может быть, ту вот все-таки взять? Сейчас я выключу камеру и повнимательнее посмотрю. Мы, наверное, все-таки клоняемся взять вот эту. У нее силиконовые ручки и на крышке тоже вот силикон. И она потяжелее, потому что вот эта, она без силикона, и она полегче. Да и как-то она страшненькая. Да, это не отсюда. Вот, это вот отсюда, Леша, вот отсюда. И стоит ту, которую мы хотим купить, 1750. Еще такие бывают 4-литровые, 2. Кстати, она, по-моему, есть вот запечатанная. А, это 2 литра, подожди. А 2,9 тоже распечатанная. Тоже так же распечатанная. Разве другая? Мне кажется, такая же. Вот, 2,9 запечатанные, да. Ну вот, тогда ее давай возьмем, да? Угу. Ну, она самая адекватная, да? Я думаю, да. Блин, на сковорода, конечно, дороговато, да? Ну да. У нас просто блинной-то особо нету. Та, которая у нас есть, она какая-то не очень пригодная. Слушай, а тут вот тоже кастрюльки есть, смотри. Но они, правда, значительно дороже. Но они не блестящие, видишь? Mm-hmm. Вот, смотри, 3-литровая. Давай поставь это пока. Давай вот это посмотрим. Ну и чё? Ручки есть какие-то. Ну да, неудобные, очень маленькие. Неудобно, да, брать её? Да его тут удобно, блин. Ага, прикинь, горячее взять. Ещё ж прихватка у тебя будет. Нет, там ручки всё-таки посерьёзнее, да. А тут они у всех такие-то. Угу. Короткие ушки. Да, да.
Ну вот видишь, она 1100 стоит, это солнышко. Вот там еще сковородки, пойдем глянем. Все-таки мы, наверное, возьмем ее. Она по акции сейчас, солнышко 1113 стоит. Да, возьмем солнышко. Ну давай возьмем, я хочу солнышко. А та подороже, 1490, у нее другая мордочка, смотри. Ну, разница, в принципе, не очень большая, в 300 рублей. Вот, просто глазки и ротик, видишь? И все остальные тоже. Это солнышко, оно одно осталось. Тяжелейшее, попробуй. Я даже не могу ее держать левой рукой. Тяжелая, да? Ну, все, в принципе, это все, что я хотела. Фруктовый микс. А вы нюхали его, нет? А как ты его понюхаешь? Он тут скрытый, но пахнет палочками. Ну просто я не знаю, что другое брать. А вот у продавца спроси, ее можно понюхать как-то? Я не думаю. Ну, в принципе, то, что можно понюхать, там открыто, его и этого нет, да? Да, ему ни семерки нет, ни единицы нет. Ну да. А ехать на Карачевку тоже, фиг его знает. Да, да. Вот этот вообще невкусный. А тройки нет, чтобы понюхать. Вот семерка, смотри. Ну, семерка, она же у меня была. Я знаю, как семерка пахнет. А вот на шестерку. Мне прям не понравилось. Нет, мне тоже не понравилось. Ты еще единичку хотела, да? Угу. Ну, возьми такую, попробуй. Не попробуешь. Мне вроде и баллончик большой. Но опять же, не понравится, отдашь мне. Ну, или Коле. Да, Коля? Что мне советами дома пахнет больше, чем этим? Честный мальчик, видишь? Что это еще сказала? Знаешь, как в Европе нам тут дорогие вообще. Вообще. Я в машине уже пахнет дома. Не завидуй! Я знаю, чем у тебя в машине пахнет. У меня дома уже не пахнет, у меня еще войнушка закончилась. Ну возьми, возьми, все равно попробуй. Будешь много говорить, ты никогда не достигнешь этой статуэтки. Я бы на твоем месте купила, потому что до октября она может кончиться. А день папы 17 октября, тогда же, когда и день рождения у папы. А если вот я разучилась, мне надо будет замазать? Написать то, что ты думаешь. Хряк. Это твое любимое слово, когда мужчина тебя разочаровывает. Я пока подумаю. Хотим постельное белье посмотреть. Размер мне нужен евро. И мне нужен сатин. Это какой размер, кстати? Ну вот, написано же. Полуторка. Нам не надо платье. Вот здесь, наверное, надо смотреть. Вот сатин евро. О, Лёш, как у нас, смотри. А, нет, просто похож. А у тебя двухспальный. Я выбрала. Можно идти. Дерево, сталь, высокопрочный пластик и полиуретан. Вы можете выбрать отдельно столы, скамейки, стулья, диваны, кресла, а также комплекты садовые. Цена, кстати, недорогая. Человек по очень выгодным ценам. Симпатичный, да. Мне нравится. Лена себе, смотрите, какой хочет. Поближе покажи, дочь. Ну да, симпатичный. Угу. Мне нравится. Мне цена его не нравится. А сколько он стоит? Указанный при регистрации бонусной карты. Актуализировать адрес электронной почты можно в личном кабинете на сайте порядок.ру. Если вам нужен бумажный чек, сообщите об этом кассиру до оплаты. Лёш, смотри, какой красиво. Но у меня сейчас денег нет. Нравится? Красивая, правда? Позвоните бабушке. Красивишная.
Не-а. Кума, вы мне больше не подарили сертификаты. Кстати, смотри, а в коробке она не такая уж и красивая, как на картинке. Смотри, какие темные цвета. Ну да, какая-то будет мрачноватая. Угу. Там более какой-то ярче. Да, да, на картинке красивее. Возьми мой кошелек, пожалуйста, он очень тяжелый. А, дочь, смотри, а вот еще красивый. Сатин двухспальный. Не знаю, я прям вот этот из рук не хочу. 4000. А твой сколько? Если я правильно поняла, то вот его цены. Постельное белье двухспальное. Сатин. Сатин люкс. У тебя поплин. А где поплин? Такие вот наборы. Поплин хуже по качеству. Ну, красивый такой. Ну, вообще, вот тут не очень красиво. И будешь прилипать. Эти, подойди к этому, к штрих-коду, вон. Нет, на столбе должен быть, дочь. Я забыла, на каком столбе. Лена, вот, наверное. $3,290. Ну, видишь, это поплин. Сатин, он такой, как шелком, а поплин он пожестче. Я, кстати, набор такой покупала в фикс-прайсе. Стеклянные салатницы с крышками. Вот он, сатин люкс. Ой, это мне не нравится. Это хоть старческие клеточками. Ты мне камеру выбьешь. Да нет, ничего такого, чтобы глаз загорелся. Не, поплин, Лен. Ты вот этот, что ли, смотрела? Ага. Так он и евро размер. Нет, вот он, игрушка. А. Все, сатин кончился. Сатин кончился. Вот такой, Лен, возьми себе. Я смеюсь. Меленький выступочек. 260. Полтора спальни, нормально. Тебе хватит. На пол кровати, да? Не придумывай. Пойдемте кофе пить. Познакомьтесь. Девочка Лена, 25 годиков в этом году. Взрослая девочка, да, Коль? Цветы пошла смотреть, цветы. У тебя еще тот букет не завял. Я убедилась, цветочек мне стало интересно. А. Красивая, да, лукошка? Да? Не нравится? И это тоже, блин, красивая лукошка. И те, блин, красивые какие. Пойду поснимаю. Красивые корзиночки такие. Ну, крашеные, эти же шарики эти красятся. Поехали, налейте. Во, отец, нам вот такой диван домой надо. Только без розовых подушек. Смотри, какой гламурный. А так угол же меняется. И, кстати, недорого. 67 тысяч. Блин, ну он, конечно, ползал нам займет, правда? И Ленке такой не поставишь. Вообще всю квартиру займет. А вот тоже, смотри, красивый диван какой. Этот 240. Не, он нам по цвету подходит. Он же нам по цвету подходит. Лен, грушу смотришь?
Вот, вдоль стены пол. Это балконный какой-то диван. Это на балкон больше диван, черный который. Вот такой бы я диван купила на балкон, если бы мы не нашли тот из эко-кожи. Чего? Ну, я бы тоже, имею в виду, без спинок бы взяла, ой, без подлокотников бы взяла. Фордкорт? Ну, это куда мы идем кофе пить? Такая обшивка у него интересная для детской спальни. Он плюшевый. Кстати, камера, смотри, какой цвет передает. Серый. Серый. А он мятный. А он мятного цвета. Кто что увидел? Кто кухню, кто стол? Это журнальные раскладываются, когда праздник. В 25-м году должно быть расселение. Вот, Лёш, нам необходим желтый диван. Все, что для счастья нам надо. Нам сейчас хочешь желтый, белый. В смысле? Нам просто никакой не нужен. Мы, короче, подошли к переходу. И сейчас пойдем на... Вот так... Как это, надземный переход? Или как это называется? Надземный переход вот в другое здание торгового центра. Вот сейчас мы пойдем по этому переходу. Ой, как хорошо здесь, прохладненько. Вообще супер. Здесь баннерами все затянуто, а так вообще под нами дорога. Вот, видите, над дорогой. Это мы еще сбоку пока идем. И вот зайдем вот в торговый центр вот так. Сейчас будем над дорогой, тогда подключусь. Это, кстати, вот кто с улицы. Заходит в переход. Есть лестница, есть эскалатор. Здесь просто лестница. А здесь вот трамвайчики ходят. Машинки ездят. Мы уже идем над дорогой. В торговый центр. Ну, кто местный, тот знает, конечно. Это самый крупный торговый центр в нашем городе. Здесь можно купить и одежду, и продукты, и обувь, верхнюю одежду, нижнюю одежду, посуду, мебель. Самый крупный торговый центр. Все можно в одном месте купить. А мы идем в фордкорт кофе попить. Это уже через дорогу. Это парковка. И вот мы уже заходим в другой торговый центр. Ну, это одно и то же название, просто торговый центр разделяет дорога посередине, как бы так. Ну, кому интересно, можете загуглить. Торговый, как он, спортивно-развлекательный, туристический многофункциональный комплекс. Называется Green. Все, мы сейчас будем в лифт заходить. В общем, мы тут взяли хот-доги. Вы понимаете, да, на ночь мы едим. У Лёши какой-то хот-дог XL. У меня датский. У ребят тоже хот-доги.
Лена взяла какие-то лимонады. Мы с Колей взяли кофе. И еще мы ждем пиццу охотничью. Кстати, мы охотничью пиццу заказали. Большая пицца. 34 сантиметра диаметр. 550 рублей стоит. Просто так, спрайт. Вот такой вот у нас ужин. Я хотела вам показать, как мы едем в лифте. Стоп. На парковку. Кассир. Попрыгаем, мы застряли. Леш, перестань играть. Этот, осталось два куска пиццы, он несет домой. Все, мы приехали на парковку. Как вы на свою приехали? Время 9 часов вечера, а мы еще в Грине. Я так устала вообще. Сейчас там Леша с Леной около ларька остановились. Что-то покупают. А, нет, деньги, наверное, на карту кладут или снимают, не знаю. Ой, я так устала, не могу. Прям вообще, у меня ноги так болят. Находились. Сейчас Лешу с Леной дождусь и поедем домой. Я уже дома. Время почти 10 часов. Я еще на заправку заезжала. Устала ужасно. Ну, вообще, меня торговые центры просто выматывают, вот честно. Ой, ну ладно, зато купили сковороду, кастрюлю и гель для ногтей. Лена себе кошачий глаз, по-моему, взяла. А я взяла акриловые пятна, кажется, так называется. Ну, потом покажу вам цвет фуксия. Ну, так на образце красиво было. Наташа вроде тоже делала такой гель, так что она знает, как с ним работать. Я думаю, что она сделает мне. Ой, вторую я так и не приготовила. Придется нам, наверное, завтра щи есть на обед. Ну, или пельмени отварить. Не знаю. Сегодняшний влог я буду заканчивать. Думаю, что это стоит, этот ангелочек. Буду заканчивать наш сегодняшний влог. Хочу вам всем сказать большое спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!